Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас очередной выпуск с площадки торгового центра Европлант, потому что пришла очень необычная поставка. Обычно мы торгуем декоративными растениями. У нас садовый центр ориентирован на декоративное садоводство. Но вот тут пришли у нас овощи. Приехал мангольд. Посмотрите, какая красота. И пришли помидорки. Помидорки уже висят на них. Микропомидорки. Я так понимаю, что это, возможно, их максимальный размер уже. Что еще интересного? Ревень не такой, к которому мы привыкли, а вот такой. Я так понимаю, что он тоже большим не вырастет. Это примерно вот такой его и максимальный размер есть. То есть фактически это уже не рассада, а пищевая кондиция. Петрушка, кервель, сельдерей и выбор декоративных капуст. Капусты вообще прелестнейшие тоже. Просто цветочки. Мы знаем, что в Европе уже давно в моде цветники из овощных культур. И мне кажется, что вот неспроста это все пришло. Возможно, что это пришло для того, чтобы можно было сделать необычный цветник, модный, овощной и съедобный. И красиво, и вкусно. Потому что, ну, действительно, все эти овощи очень-очень декоративные. Замечательно красиво выглядит. Вот даже пришел физалис. Физалис, между прочим, ананасовый. И я думаю, что это слово ананасовый говорит о том, что он ананасовый на вкус. Я вот, например, обязательно куплю себе такой замечательный цветной мангольд и обустрою небольшую грядочку. А я смотрю, между прочим, у нас девочки уже посадили грядку. В Европланте появилась первая настоящая овощная грядка. Вот смотрите, небольшой, собственно, контейнер, который может поместиться на территории даже самого маленького сада. Его можно поставить просто на террасу, куда угодно, и будет выглядеть совершенно замечательно и красиво, и вкусно. Когда можно выйти, нарвать к столу свежей зелени, съесть помидорку, которые скоро будут красненькие, накрошите мангольд, ревень и сельдерей в салатик. Ну, мне кажется, это замечательное решение. Так что, хозяйки, как говорится, на заметку. С вами был канал Европлант и небольшой овощной выпуск с торговой площадки. С вами был Андрей Смирнов. До свидания.